Мы сейчас входим на так называемую аллею или сквер около кинотеатра Нева. Вот тут есть буквы L и B. Здесь поставили такую арочку, заменили бордюрный камень толстый, но такой маленький и тонкий. Положили очередной слой асфальта. Вот один фонарь уже перегорел. Давайте его сфотаем. Вот осень, идет дождик, падает листва, и листву убирают. Здесь мнения горожан разделились. Одни считают, что нужно убирать с травы, другие, что не нужно. Вот такой вот спор методический. Сейчас справа идет стройка на месте снесенных пятиэтажек. Справа тоже снесли хрущевки, но еще пока ничего не строят. Точнее, слева ничего не строят, а справа строят. Вот это копка хоккейная. Жители очень любят здесь гулять. Входит за благоустройство. Были заново установлены игровые городки для детей с новым покрытием. Все это делают, наверное, фонари. Вот опять очередной фонарь не работает. Здесь мамы с колясками ходят. Это вы слышите шум от стройки. Вот эти вот 12 этажки. Мне тут лежат реконструкции, их только обшили. Такие вентилируемые фасады с утеплителем. Причем, что самое интересное, при этом после этого утепления мощность натопления уменьшать не стали. И выгибы калории подаются столько же, и жители платят не меньше. Так что пусть нет утепления никакой. Давайте повернем направо. Мы идем сейчас, прямо под нами будет проходить в трубе река Норишка. Она берет свое начало около дома 1 по Беломорской улице, где раньше было болото. Вот, и давным-давно ее заключили в трубу, и она идет через весь район вдоль вот этой вот березовой аллеи. Потом идет мимо церкви. Там тоже раньше был пруд, который засыпали. И дальше впадает в более крупную реку. И даже в интернете вы можете найти фотографии людей, которые путешествовали по этому коллектору, по подземной реке, в трубе. Ну, она такая достаточно большая, что в ней можно было перемещаться. Вот мы подходим к дому 37 по Смольной улице. И справа от него находится 167-я школа. Она известна тем, что в ней учился маньяк Головкин. Он нападал и терзал мальчиков в своем подмосковном гараже. Вот он был последним, кто был расстрелян, и после его смерти был введен мораторий на смертную казнь. Что-то сегодня вечер перегоревших фонарей.